Сегодня глава района Заур Хамирзов проинспектировал итоги благоустройства парковой зоны аулака Шхабль. В начале июня здесь были начаты работы по благоустройству территории около памятника великого адыгского писателя Тимбота Кирашева. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заменено дорожное покрытие с асфальта на плитку. Общая площадь территории составляет около 400 квадратных метров. Работы по обновлению покрытия выполнены подряд организации ООО «Строитель». В рамках комфортной городской среды сегодня на территории Кашхабльского парка меняем тротуарную плитку возле памятника Кирашева, основателя нашей адыгейской литературы. Много вопросов возникало при строительстве этого объекта в плане того, что асфальт снимают. Но для того, чтобы сделать нормально, надо и асфальт снимать. Этот асфальт не в прошлом году вложили, этот асфальт вложили еще лет 20-30 тому назад, поэтому она уже не подходила. Вы сегодня, люди, наверное, чувствуют, что сегодня у нас в парке меняется каждый день что-то новое, поэтому мы в этом году в рамках городской среды построили вот такой участок, выложили плиткой. Ориентировочная сумма этих работ составляет 530 тысяч рублей. Но сегодня-завтра все полностью закроют, и людям будет комфортно здесь ходить и гулять. Хочется напомнить, что этот мраморный красивый бюст в честь выдающегося писателя, основоположника адыгской литературы, появился несколько лет назад в районном центре и тем самым превратил парк в объект культурного наследия.